Куда он пропал? Куда он делся? Маленькие уже так ругаются. Что такое? Ну-ка быстро засыпай! Здорово, френды! Вы на канале Funny Family Games TV. Помните, в первой части вы написали много-много-много комментариев о том, что Go, снимая вторую часть, в игре «Жизнь в садике». И вот, кстати, как раз-таки вторая часть. Но сегодня я буду не в роли ребенка маленького, где я был в первой части. Понравилось, но остаться я не хочу, да? Вот, кстати, дети маленькие ползают. А сегодня я побуду нянькой, воспитателем. Буду брать этих маленьких младенцев и учить их жизни и разуму. Ну а вы обязательно ставьте лайк, а мы начинаем. Странно, почему мне не выдали форму воспитателя. Я в своем желтом плаще. Что ты, малыш? Ну-ка иди сюда на руки. Так, папочка сейчас возьмет тебя. Так. Ой, что-то там ты, по-моему, делов наделал. Пойдем с тобой памперсы поменяем. Что-то там у тебя попахивает. Эй, ты куда делся, малыш? Куда он пропал? Куда он делся? Он же у меня на руках был. Трудный ребенок. Куда-то провалился. А, вон он плачет, бедолага. Ты че тут? Ну-ка иди сюда. Что? Что с тобой не так? Пойдем. Видите, как ревет. Затопишь нам сейчас тут весь садик. Так, давай сначала тебе бельишко поменяем. Давай, не переживай, ты садись, господи ты, боже ты мой. Да присядь ты, да не надо соску ему. Что нажать надо? Так, вот посиди здесь, ага. Сейчас, подожди, я возьму новые памперсы. Все, памперсы взял. Теперь давай я тебе поменяю. Вот, как-то так. Не меняются что-то, парень, что-то не меняются у тебя памперсы. Сейчас выкину я тебя. Перестань реветь! Так, может он кушать хочет? Давайте отнесем его на кухню. Какой-то вредный ребенок мне попался. Прям не могу я с ним справиться. Садись. Сюды. О, господи, я свалил ребенка головой. Так, кашу замесим давай. Или что? Тут молоко, какую-то зеленую штуку берем, перемалываем это все в блендере. Готовим, сыпем, насыпаем молочко, заливаем, все это размещиваем, потом это все выпиваем и ай, как хорошо. Так, все? Что я теперь? Где моя каша? Он по-прежнему орет, а? Я не знаю, что ему надо, ребята. Что ему надо? Не показана ни энергия, ничего. Что у него там? Перестань орать на соску. Куда пошел? Куда пополз? Стоять. Ну-ка на руки. Да ты посмотри, стоять, говорю. Что он все время от меня уходит? Странный ребенок какой-то. Так, все, не буду я за тобой ухаживать, пойду другого возьму. Вот, давай вот тебя вот, малыш, привет. Здорово, хорошенький, улыбается, гуги-гага, все дела. Вот типу-типу-ти, какой хороший милк. Милк? Не милк, в смысле, ребенок. Ой, смотри, он мне сердечки шлет. Вот это я понимаю, милый ребенок. Пойдем с тобой на улицу, что ли? Пойдем. Вау, смотрите, появилась новая детская площадка. Прикольно, раньше не было ее. Давай скатимся с тобой с горки. Уи-и-и. Давай я тебя покатаю на качели, хочешь? Так, только вот не знаю как. Сейчас, подожди, как-нибудь. Как вот? Я не знаю, что тут надо нажать. Ну давай уже, садись на качелю, парень. Странно. Почему-то он не хочет садиться. Кинул я ребенка, беднягу. Он пополз под качелю. Смотри, сейчас ударишься лбом и разобьешь себе лобик. Милан, ну расскажи, как ты ударила свой красивый носик, вот на который теперь шишечка появилась. Взял я его опять. Пойдем в басики с тобой покупаемся. Вот, смотри, как тут весело, классно. Бассейн, все дела. У этого ребенка, кстати, очень довольно-таки хорошее настроение. Он радуется. О-о-о-о, что это такое? Утопим ребенка, утопим. Возьмите ребенка, он же плавать не умеет. Какой-то он печальный. Ему явно не нравится. Да ты ж куда ж, ты ж плавать не умеешь. Уйди отсюда, нельзя тебе есть тут бассейн. Нечем меня спасать. Чай не утопил. Посмотри, какой вред. Ты что, утопиться хочешь? Суицидник. А ну-ка иди сюда. Все, сюда, вот. Не ходи в бассейн. Нельзя малышам бассейн. Да ты что? Господи, ребенок самоубийца какой-то, а. Ну-ка уйди отсюда. Меня ж потом уволят из-за тебя. Все, пойдем. Нельзя тебе в бассейн. Ты непослушный малыш. Иди сюда на ручки к папе. Все, не уходи. Все, нельзя в бассейн. Маленький ты еще. Подрастешь потом будешь. Отстань. Да ты посмотри, а. Я сейчас тебя заперу в садике, как в тюрьму просто. Все время, блин, идет бассейн. Какого? Эй! Посмотри, куда он спрятался. Вот там под горкой сидит с уточкой. Прячется от меня. Что?
Я его пытаюсь высунуть с бассейна, он вообще никак. Ну и ладно, сиди там. А я пойду пока в садик, тут за другими детками поухаживаю. Так, что у нас тут на втором этаже? На втором этаже у нас по-прежнему стройка идет, как и в первой части была стройка. Во. А тут закрыто. Идется ремонт. Так и сейчас до сих пор строят. Странно, как-то долговатенько все это. О, а вот наш вредненький. Нет, или это не он? Они так все похожи друг на друга. Привет, Был. Привет, Был. Привет, Был. Давай-ка, Был, иди-ка сюда, Был. И вот сюда, Был, играй-ка, Был. Вот так вот, садись и все. Вот бренчи на своей штуке. Куда пополз? Куда пополз? Я тебе сказал, возьми и... Да не ты же, да хотя ты тоже, ладно, сиди. Какие дети, а? Маленькие, а уже так ругаются. Что такое? Я кушать хочу. Вот, он кушать хочет. Вот пойдем мы его отнесем на кухоньку с тобой. Так, кушать ты хочешь, да? Сейчас, подожди. Вот сядь здесь, сиди. Сейчас я тебе приготовлю смесь. Возьму вот эту, в блендере перемешаю. Да что это такая очередь на кухне-то, а? Голодные дети все жрать хотят, понимаешь ли? Да уйдите, я ребенка пришел кормить. Куда уполз мой ребенок? Он же на столе здесь сидел. Что творится в этом садике? Я уволюсь с него скоро. Невозможно здесь работать с этими детьми, с ума сойдешь. Куда ты пополз? Я ж тебе сказал, сидеть, сядь на стул. Посмотри, какой, а. Да не ты же, уйди отсюда. Вот, ребенок этот хочет кушать. Вот, садись. Вот, наконец-то, смотрите, я его кормлю кашей. Слезами орет. Фу, какие тяжелые дети. Господи боже ты мой, как воспитатели работают в этих детсадах. Я им просто не знаю, сочувствую. Ну покормил же я тебя. Ты теперь не плачешь? А че грустный такой? Че еще надо? С рук спрыгивает у меня все время. Я ж тебя покормил, кашку дал, малашку. Все, пойдем теперь куда? Непослушный ребенок. Всего-то 2 года ему, а уже с рук спрыгивает. Пойдем спать. После кашки надо хорошо поспать. Вот, давай, ложись в кроватку. Давай, ложись. Ложись, ложись. Лежать! Да не на руках спи, говорю, а ложись. В кроватке спи. Господи, боже ты мой. Ну что он не спит у меня? Я нажимаю sleep, но он что-то его не ложит. Что такое? А-ля-ля-гага, а-гуга-гага. Ой, смотрите, я его качаю вот так. Колыбельную пою. Баю, баюшки, баю. Ну-ка быстро засыпай! А то сейчас тебе баю-баю таких надаю. Блин, ну что он не спит, а? Глаза закрывай давай, малыш. Все, поспали, теперь пора сходить в туалет. Вот, садись сюда на горшочек. На горшочек садись. Что ты не хочешь на горшочек? Садись на горшок, говорю. Вот так вот. Памперсы надо вообще-то снимать, когда ходишь на горшок. Странные дети эти. Так, это что за комната? Это, наверное, переодевальня. Давай поменяем тебе памперсы, наверное, что ли. Так, сейчас я возьму здесь памперсы, поменяем. Чё он ничего не меняет вообще, а? Ну я же пытаюсь поменять. О, сердечки мне показывают. Спасибо, спасибо. Ну ладно, все, давай, иди, малыш, играй. Бусенька, возьму тебя. Ну да, бусенька у тебя там хорошенький попался. Так, а что здесь детки у нас делают? Здесь они играют, а здесь они смотрят... Бэби Шарк свой, да? Так, а ты, малыш, что тут один ползаешь? Что ты тут решил посмотреть? Ну-ка, пойдем-ка. Как у тебя настроение? Ты, может быть, спать хочешь? Сосочку взяли в руки, точнее, в зубы. Ну-ка, давай спать, малыш. Все, хватит смотреть. Ой, расплакался, вредина ты такой. Ладно, что ты хочешь? Что тебе надо? Чё ревёшь? Сиди вот в этом стуле, все. Вот посадила тебя, свалился. Вообще, неуправляемые дети, невозможно просто с ними в этом садике находиться. Все, я увольняюсь, пишу заявление об увольнении. Вот моя роспись, вот моя печать. Пока, до свидания, вот мои чемоданы, я ухожу. Не могу я больше работать с этими детьми. Такси, такси! Увезите меня до дома, я поехал домой, всем пока, не буду работать в этом садике. А вон моя тачка, зачем мне такси, я сяду сейчас на тачку и уеду. Друзья мои, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Всего вам самого хорошего, удачи, сердечек и хорошего настроения. Пока-пока.